Ну, поехали. Поехали. Потеряевка. 6 часов 8 минут. Съезжаем с трассы. По сухой погоде это 16 километров считается. Сколько сейчас на спидометре? 46. 46 надо запомнить. 46. Вот сейчас мы поехали. Впереди высоковольтная линия. Вот эти 16 километров вот заснять. Ну, уже высохло. Как оно будет? Там машины на трассе бегут. Стена не убранная лежит еще. Дожди пошли. Все. Вот я пока показал. Например, такая дорога. Вот едем рядом высоковольтная линия. Я слышал, что самая высокая в мире. 1 200 000. Вольт. Ну, она как работает в основном 750 тысяч. Очень мощная. Вон они где. Столбы какие стоят. Распоры. Вот нахуй накатаны эти, как их, тюки называть? Да. Почем они тюк один? Ну, Андрею он привезли по 900, я по 700 продал. У меня чуть похуже, чем... А вот мы были там за рубежом, Германия, они меньше размером, плотно-плотно, такой вот как бывает молоко, с обратной стороны пакеты, белая какая-то такая пленка, абсолютно плотно завязанная. Ну вот наши не могут так вязать, у нас слабенькие, белорусовские пресс-подборщики, а привезли Андрею импортным смотано, итальянским, те плотно мотают. Я ездил сегодня в Барнаул, в разные региональные там объединения обращались, ставили документ, чтобы сохранить нам музей этот. Потому что очень сильно нападает прокурор Мамовского района. Зачем, никто не может понять. Зачем? Какой пункт? Как оправдать это вандализм? По-другому не называют. И притом люди разных категорий. О, вот она линия. Такая линия. Которая столько ой-ой-ой. Тут дорога такая. Лесополоса рядом. Съездили удачно. Везде принимали хорошо. Примерно были в 7 организациях. А избрание нового губернатора, кто Виктора, не знаю, фамилия. Томенко. А? Томенко. Томенко, вот. Ну и этот, который принимает документы, говорит, вы как представляете, что это? Он сейчас возьмет трубку и познакомится, и скажет, ты там отстань от них. Я говорю, именно так и представляю. Ну не может же он, чтобы прокурор не понимал, что, во-первых, это не надо, а потом ему зачем... Против-то идти, когда губернатор его просит, по-дружески, не приказывает, ничего. Ну, может он ему сказать или нет, или тоже боится. Ну, вы видите, что какой акт совершается. Разрушение. То, что никому не принадлежит. На территории деревни находится. Навозная куча, самое главное-то, ни одного сантиметра плодородной почвы нигде не взяли. Разрушат, только там будут торчать балки, все. Деревья, там 64 дерева только растет вокруг. Оазис Мамелки. Ну это изверги только могут это делать. Другого имени нет. Но деревья, этот прокурор-то не такой. Ну видно, он нормальный, глаза у него я смотрел. Ну он промолвился, что не сам я, дескать, меня заставляют. Ну противостань им, Максим Васильевич-то. Будь человеком. Что бояться-то их? Кто-то там сказать, нет ничего за ними. 45 лет я начальник детского лагеря был. 45 лет. Это не два дня.
так.